было. Что же касается того, что написано в Евангелиях, то этого не происходило на самом деле никогда. Мы заказали тебе большую антирелигиозную поэму. Ты эту поэму Иван написал, и очень короткий срок, но, к сожалению, совершенно нас ею не удовлетворил. Иисус у тебя получился, ну, совершенно как живой. Но хотя и не привлекающий к себе персонаж. Я же хочу доказать тебе, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете. Дайте Нарзану. Нарзану нет. Пиво есть. Пиво привезут к вечеру. Ну, а что есть? Абрикосовое, только теплое. Ну, давайте. Черт. Хорошо. Михаил Александрович, не прикажете ли я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?